жить. Ого, это Аня. Алиханину, Алиханину. Это Аня. Пиу. Это рога в деле. У меня зовут Аня Яшина. А хотя нет, когда вы смотрите это видео, я уже Аня Ханину. И мне бы было очень интересно узнать, по правде ли дарят весь гардероб, который мы видим в программе, что это за вещи, в каких магазинах их покупают, как вообще проходили съемки, кто работал на площадке, как работали. На самом ли деле Саша Рогов делает основную массу вещей и является таким модератором и продюсером. Вот, поэтому обо всем понемногу расскажу. Плюс еще вышла передача буквально несколько дней назад, и вы можете посмотреть первоисточник и сравнить его. Или мы здесь делаем ставки. Короче. Рогов в деле. Значит, вот это вообще спальня, в которой все происходило, да? В которую так вот ворвались неожиданно. Но сегодня давайте вот сразу про одежду. Вот это весь гардероб, который мне подарили. Посмотрите. Когда я все увидела, что мне подарят все белое, я, честно говоря, была в шоке, потому что мы живем в Москве, и здесь слякоть, дождь, осень, и в белом невозможно ходить. Вот. И чуть-чуть, конечно, я правда была расстроена, но мне же подбирали свадебный образ. Кстати, мне еще свадебное платье подарили, я его тоже отдельно покажу и расскажу, как мы сходили в свадебный салон. Итак, смотрите, значит, вот эту кофточку вы видели в кадре. Кстати, я здесь вижу фирму, здесь не наклеили. Обычно на каждый логотип, да, клеят скотч, я вам потом покажу, чтобы не видно было, что за марка, что за фирма. Вот эта кофта мне очень понравилась, это H&M. Я еще, знаете, специально буду цены, чик-чик-чик, я найду обязательно, потому что... Я думаю, зрителям это интересно. Вот это я буду носить точно. Супер кофта, она теплая, поэтому для осени она будет, мне кажется, шикарная. Да, товарищ оператор? И вот маечка под кофту. Так, смотрим фирму. Вот про что я вам говорила, наклейки. Давайте снимем. Пожалуйста, Зара. Вот такую маечку я надену под эту кофту с ангоркой, чтобы у меня случайно не выпала грудь. Нравится, носить буду. Спасибо, Саша. Первое платье, которое показали в кадре, да, то есть не все вещи вы видели в программе, и это для вас сегодня эксклюзив, потому что вы увидите весь гардероб, который мне подарили, да, а не только то, что там самое выигрышное. Вот в этом платье, в первом, я в самом выходила, видите, написано какая-то Ева Давыдова. Ева, я вам привет большой передаю, спасибо вам за платье. Про это платье мне Саша сказал, что нужно делать, возьми его, просто запомни, что такой фасон тебе идет. Здесь у тебя грудь чуть-чуть прикрылась, и тут вот эти защипы, да, которые визуально странят, поэтому он говорит, вот этот фасон просто покупай в разных цветах, в разных оттенках, в разные фактуры и носи. Спасибо, Саша, за совет. Обязательно буду. Дальше смотрим. Пиджак, который сразу мне понравился, это Bon Prix. Кстати, хочу честно вам признаться, что вот эту большую вот эту штуку в Икее я купила на следующий же день после съемок программы, потому что я поняла, что мне некуда вешать одежду, и хочется, чтобы все висело красиво, хочется, чтобы все висело на каждой вешалке, и Саша заметил, что у меня почему-то все вещи наизнанку. То есть он увидел это у меня дома, что у меня все вещи хранятся наизнанку, и на примерке они подсекли момент, почему я это делаю. Оказывается, когда я снимаю с себя вещь, я обратно ее не... выворачиваю, да, на ее лицевую сторону, а я так же, как сняла, так же ее и вешаю. Ну вот буду за этим следить. И буду еще больше вешалок покупать, потому что хочется, чтобы все были красивые, стильные, в одном цвете. Короче, этот пиджак мне безумно понравился. Я видео записываю раньше, чем свадьба, но, скорее всего, я в нем пойду на вечеринку свою свадебную. Вот, классный пиджак, оверсайз. Он продается в интернет-магазине Bon Prix. Это был спонсор программы, и очень много из Bon Prix вещей. Это какая-то немецкая марка, интернет-магазин, там много-много-много всего можно заказать. Дальше, значит, вот это классная, мне нравится такая блузка, что ли, да? И впервые в мир в добрые люди, мне кажется, очень нарядная, красивая. Я ее буду носить вот с этой юбочкой. Так, это у нас фирма какая? Давайте отклеим сразу зрительницам, покажем. H&M, любимый H&M. Я тоже люблю H&M и Zara, мне кажется, там классные, крутые вещи продаются. Юбка. Юбка плиссированная. Значит, у нас откуда? Виолетта. Вот, сегодня у меня мероприятие, я, вау, ее одену. Так, что у меня тут упало? Извините, простите. Я прощаю вас. Ангора моя выпала в осадок. Следующая вещь, еще один пиджак, который носить я не буду, потому что, когда на меня ассистент, помощник Саши Рогова, Ольга Шуранова, надела этот заровский пиджак,
из мужского отдела. Они сказали мне, срочно снимай. Нет, не нравится. И вы не поверите, уже примерил мой муж его. И ему идеально это все подошло. Поэтому, Саш, спасибо тебе большое. Всю семью одел просто. Дальше. Он говорил очень много, Саша, когда приехал, про базу. Что нет у меня никаких базовых вещей, вот какой-то за релаксед. Классно, мне понравилось, что футболка без рукавов, под любую штуку надеваешь, и ты просто распрекрасная красотка. О, здесь пошли такие уже вещи, которые как раз я не надену, да? Вот это платье. Для меня это немножко, знаете, такое, ну, 55+. Покажу его маме своей, подарю с удовольствием. То есть вот это платье, откуда оно? Наклеечку вот эту снимем. Поняли, да, для чего снимается? Чтобы в кадре не было лишней рекламы. А вот это Бон-При опять. Следующая вещь, которую я не надену никогда. Первый раз увидела уже у себя дома. Когда мы вернулись домой, мы на примерке не одевали вот эту штучку. Боди Флирт. 3XL размер. 56-58. Ну, у меня 50 размер, да. То есть это вот огромная какая-то штука. Я не знаю, с чем ее носить. Если мне кто-то подскажет, с чем это можно надеть, как это можно носить, вот эту огромную штуку, я с удовольствием послушаю вас. Следующее. Осталось совсем немного вещей. Мы перейдем с вами в следующем влоге к обуви. Обувь вот. Ее мы тоже сделаем обзор. А потом мы сделаем обзор аксессуаров, посмотрите. Вот они все здесь. А в этой коробке свадебное платье. Его покажем уже на десерт. Вот это платье тоже, скорее всего, я носить не буду. Смотрите. Боди Флирт. То есть это тоже размер. Сюда залезу я, мой оператор, мой муж. Вот оно какое. Мне понравилась ткань. Потому что она такая, ну, типа хлопка, наверное, да, она будет дышать, она классная для лета, но если бы было на 6 размеров меньше или на 4, я была бы рада. Вчера попробовала померить с ремнем, может быть, я куплю вот реально для этой кофты и для этого платья какой-то широкий ремень классный, да, потому что как раз аксессуары тут некоторые вот под это летнее платье мне подарили. Следующая супер вещь. У меня такая в гардеробе есть, я в такой вещи вас встречала, посмотрите, это белые джинсы, у меня уже были такие в гардеробе. Так, это что у нас? Marks & Spencer. О, мам, это что, для мам, да? Это намек? Классно. Marks & Spencer, джинсы, цены найду, повешу в этом видео. А вы, такие внимательные, посчитайте, сколько мне надарил канал СТС и программа «Рогов в деле». Как мне повезло, да? Заключительная штука. Давайте-ка откроем, давайте смотрите, интрижка. Вау, тоже Marks & Spencer. Есть у меня косуха в гардеробе, люблю, обожаю, ношу. Я очень рада, потому что вот в такую штуку можно и осенью, и в Москве, и как угодно носить. И с удовольствием, и я буду счастлива и с белыми джинсами надевать ее. И все, что мне вообще Рогов предложил, я буду так носить, потому что много, конечно, советов он мне очень дал. И о них я расскажу вам в одном из видео, как все на самом деле обстояло, какой был бэкстейдж, сколько человек там работали на площадке, кто что делал, как на самом деле, как много там было... От Саши. Вот. Что это такое вообще? Что я говорю? Что я несу? А вы подписывайтесь на мой канал, ставьте сердечки, чтобы не пропустить следующее видео, мой обзор про обувь, а после обуви про аксессуары. О, смотрите, что у меня есть. Вот эта штука очень классная. Во-первых, здесь автограф Саши, да? А здесь вот такая штучка. Каждому желаю, чтобы у вас дома висела, либо просто был рядом человек, который в вас верит. Вот. Пока. Это Аня!